Monumentul victimilor Holocaustului din Bender a fost ridicat pentru a păstra vie memoria populației evreiești ce a avut de suferit în urma Holocaustului. Anul 1941 a marcat puternic istoria poporului evreu, an în care s-au format ghetourile, iar populația evreiască era exterminată masiv. Aceste acțiuni au avut loc pe parcursul anilor celui de-al doilea război mondial, ceea ce a dus la o micșorare considerabilă a numărului populației evreiești din Republica Moldova. Monumentul se află în parcul Octyabrsky, pe scările ce duc spre portul situat pe malul Dnistrului. Acesta are ca elemente două piese, pe fiecare din ele fiind prezente două simboluri majore ale culturii ebraice. Unul din ele este Steaua lui David, folosită ca simbol al evreilor și ca element emblematic la decorarea sinagogilor. Al doilea element îl reprezintă menora, un candelabru cu șapte brațe, fiind unul din cele mai vechi simboluri ale poporului evreiesc. Monumentul victimilor Holocaustului din Bender a fost realizat de către Alexandr Narolski împreună cu pictorul Mihail Solovei și a fost inaugurat la 23 iunie 2002. Мне известно о том, что в 1941 году здесь был расстрел евреев. Памятник Холокосту, или как это правильно говорить? Да. Что по приказу, получается, наверное, Гитлера, скорее всего, что он не любил эту национальность и всех расстреливал здесь. Их выстроили у нас вот тут, на набережной. Ну, посвящен он жертвам Холокоста. А нужен он нам с вами, особенно вашим поколениям, кто не совсем и не всегда знает, что такое Великая Отечественная война. Его построили, чтобы все люди помнили о людях, которые погибли во время Холокоста. Ну, этот памятник у нас, насколько я помню, не очень старый. Это уже, скорее всего, было после 90-х годов поставлено. В Приднестровье тоже было очень много евреев, и во время Великой Отечественной войны они находились здесь и также пострадали. Я не знаю. Территории, которые сейчас мы с вами занимаем, тоже участвовали в Великой Отечественной войне. И люди, которые здесь жили, тоже защищали свои земли. Евреи, в первую очередь, были гонимы фашистами, и они, так сказать, были инициаторами всех памятников трагедии. Эмоции всегда при виде таких памятников однозначно. Скорбь, обида. Ну, жалость, конечно, потому что столько людей погибло зря, просто зря. Очень жаль. В любом случае, очень жаль, когда люди умирают. Возможно, за идеи, возможно, эти идеи смысл потом теряют. Сегодня другие идеи, люди живут другими идеями. И, в общем-то, все, цикл такой повторяющийся. Сожаление, стыд. Стыд за то, что люди могут творить такие вещи, могли, да и могут тоже, к сожалению. Многие люди просто подходят и фотографируются с ним, даже не зная значения его. Мало кто знает. Это история. История для нашего поколения, для будущего поколения. То, что воздвигли этот памятник, как бы это дает тому, чтобы не забыть про эту историю, то, что случилось. Вот каждый раз, когда мы здесь проходим, а мы здесь с девчонками живем рядышком, поэтому каждый раз, когда мы это видим, мы вспоминаем о тех людях, которые погибли в те времена. И за что они погибли. Тем, что здесь поставили его. Так мы можем проходить, видеть это и вспоминать то, что было у нас здесь. Также рассказывать будущим нашим детям, будущему нашему поколению. Ну, когда мы приходим сюда, в день, который посвящен памяти Холокоста, мы ставим свечи, мы поминаем всех, кто погиб в этот день. Ну, в любом случае, глядя на памятник, люди, наверное, задумываются о смысле жизни, а стоило ли или стоит ли вот уничтожать людей. Идеи меняются, я же говорила, да? А люди остаются.
И все хотят любить и быть любимыми, и жить, и растить детей своих.